Всем привет! У нас вот такая вот посылка, очень легкая, вот, с игрушками. Сейчас мы распакуем ее. Так. Такой вот у нас наборчик. Лего. Смотрите, как их много. Блин, ну где же их распаковать-то? Сколько много пупырки. В принципе, для этого пупырка не нужна была. Тут, в принципе, ломаться нечего, кроме коробочек. Продавец по моей просьбе упаковал хорошо. Ну, собственно, и посылка пришла в хорошем состоянии. Тоже, в принципе, по времени относительно быстро. Нигде она не стояла, не держалась. Ух ты. Короче, если честно, я не ожидал, что эти игрушки придут в упаковке. Это у нас Лего Ниндзя. Вот. С такими наборчиками. Сейчас я вот покажу вот все. То есть как бы не повторяется. Сколько это уже? 6, 7, 8. Все на месте. Ну, давайте откроем синий. Посмотрим, что же здесь у нас лежит. Вот у нас такая карточка. Это, наверное, возможные цвета. Вот. Продавец, конечно, крутой попался. Что именно положил в саму упаковку. Очень приятно. В основном все без упаковки присылают. До этого игрушки приходили тоже без упаковки. Кстати, насчет игрушек еще заказал конструктор, железный танк. Вот. Короче, будем собирать с вами. Ну, что я могу вам сказать? Китайцы, блядь, молодцы. Конкретно молодцы. Смотрите, одна рука так, другая так. Ой, ну... Юмор, конечно, блин. Ну, даже в такой мелочи, блин, вот реально. Ну, зато дешево, типа. Так это что-то... Вообще не понимаю, что... Я уже не хотел все открывать, но я думаю, что придется, потому что... Раз такая вот беда с руками... Сейчас мы посмотрим просто... Все количество деталей. Ну вот, короче, одна рука так, другая так. Блин, ну как так можно с детьми, блин? Блин, ну походу весь набор такой. Я не знаю, что уже делать. Ой, блин, беда. Ой, беда. Ой, ох, эти китайцы. Нет. Смотрите. А, голова отлетела. Не, не смотрите. Но сейчас можно. Так, так. Ну, здесь у нас получается девайсов побольше. Вот, эта рука уже как-то слабовато держит. А в той, кстати, не было меча дополнительного.
Да, типа так. В общем, этот человечек нормальный, в отличие от того. Ну, получается, это у нас не чисто Лего, а копия. Не знаю, как сейчас игрушки Лего делают. Такого качества или не такого. Ну, вот как мы видим, короче, вот тут с разными руками. Так, сейчас мы посмотрим. Вернее, тут с одинаковыми руками, все разные. Так, здесь у нас все есть. Тоже карточка. А, здесь уже какой-то зеленый ниндзя. Не знаю, может какой-то мультик. Так, одна рука так. Ой, дайте соображу, другая так. Короче, разные руки, нормально. В общем, блин, китайцы, ёпта, ну не хотел я, конечно, заглядывать. У этого вообще что, разные руки? Да. А, кстати, давайте найдем вот этот зеленый. Нет, синий, синий. У него должны нормальные руки быть. Этот вообще разобранный с каким-то драконом. Таким зеленым, где он находится. Вот он, вместо головы у него вообще ужас какой-то. Вместо головы вот такой дракон. Вот так вот. Короче, одна нога есть. И другая нога есть. Еще и ноги разные. Одна зеленая, другая черная. Ну да. Тут какая-то на коричневую. Так, руки разные. Ложим. Кстати, перейдите по ссылочке, что-то он там недорого стоит, этот набор. Тоже руки разные. В общем, в принципе, только один пока дефект нашел. Вот. У нас такой вот. Одна рука туда. Это тоже руки разные. Но вот качество материалов не все. Вот именно детальки. Видно, с косячком. А так человечки, в принципе, вот как у нас в наборах продаются. А, это даже, смотрите, не Лего, а Лебакью какой-то. Вот так вот, да? Обращать нужно внимание на всякие мелочи. Так, рука одна сюда, другая. А здесь, по-моему, тоже одинаковые руки, да или нет? Не, разные. Такой вот персонаж. Ну, собственно, переходите по ссылке, кому нужно. Набор, в принципе, недорогой. Вот у нас только один с косячком попался. И сразу у меня первый, нифига себе. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, всем пока.